Ну хорошо, откроем 52-ю страницу и начнем новую тему – формы церковного руководства. И здесь мы можем двигаться вперед немного быстрее, чем мы до этого двигались, потому что большая часть материалов здесь уже напечатана. Как мы знаем, в истории христианских церквей было три основных формы руководства в церквах. И эти формы церковного руководства и сейчас практикуются. Помните, в дискуссии о формах церковного руководства не обсуждалось, сколько старейшин могут быть или должно быть в поместной церкви. А вот эта дискуссия уже будет о власти в поместной церкви и о том, кто имеет эту власть в поместной церкви. Мы поговорим о том, кто имеет власть, и о том, за кого голосуют люди. Три основных подхода к рассмотрению этого вопроса – это епископальный подход, пресвитерианский подход и конгрегационный подход. И начиная с 52-й страницы вашей рабочей тетради до 56-й страницы, вы найдете описание каждой из этих форм организации, а также аргументы в пользу, в поддержку каждой из этих форм организации. Это не то, как я, например, сформулировал представление этих форм. Здесь не обязательно представлено это так, как я бы это себе представлял. Скорее всего, я использую общий формат, наиболее широко используемый при представлении этих форм. Представлен типичный, традиционный путь представления каждой из этих форм руководства. И здесь представлена аргументация сторонников каждой из этих форм руководства. Итак, я думаю, лучше всего будет нам проработать аргументацию каждой из этих форм руководства, одну за другой, и затем я попрошу вас задать все вопросы, которые у вас возникают. Давайте начнем с епископальной формы. Ее описание начинается с 52-й страницы и продолжается на следующей странице. И затем мы поговорим об аргументах в поддержку этой форме церковного руководства. Может быть, у вас возникли какие-либо вопросы об этом уже сейчас? Очевидно, что епископальные церкви управляются таким способом. Римско-католическая церковь управляется таким способом. Также много англиканских церквей используют эту форму. И если я не ошибаюсь, поправьте меня, я думаю, что некоторые из пятидесятнических и харизматических церквей и деноминаций используют эту форму или, по крайней мере, говорят, что у них есть епископ. Я думаю, что такая форма руководства возможна в различных формах методизма. Там вы тоже, возможно, найдете такую же форму церковного руководства. В целом, в такой форме руководства говорится, что в церкви должно быть три формы, три уровня церковного руководства, церковного служения. В этой форме руководства подчеркивают различия между епископом, с одной стороны, и пресвитером или старейшиной. В римской католической церкви он называется священник. И также третья форма церковного руководства – это диаконы. Хорошо. Есть ли какие-нибудь вопросы об этом? Хорошо. Итак, другая форма руководства, которая применялась в течение многих веков, это пресвитерианская форма. И в этой форме церковь руководима старейшинами, советом старейшин. И именно эти старейшины чаще всего, если не всегда, представляют руководство церкви. Причем даже в пресвитерианской форме руководства члены церкви в целом могут иметь возможность голосовать за тех, кто будет в составе старейшин церкви. Но как только старейшины избраны, именно они осуществляют руководство делами всей церкви. Конечно, могут быть вариации этих форм, и эти вариации могут встречаться в любых различных церквах.
Итак, можно говорить о том, что есть определенные структуры церковного руководства не только внутри церкви, но также определенные уровни руководства и над церковью. И на 54-й странице вы можете прочитать и просмотреть аргументацию в поддержку этой формы руководства. И я думаю, что вы знаете о том, что и епископальная форма руководства, и пресвитерианская форма руководства обращаются в поддержку к Библии, 15 главе книги Деяний, на Первом апостольском соборе, описаны события, на которые опираются и пресвитерианские, и епископальные мыслители, как на основание для своей формы руководства церковью. Итак, есть ли у вас какие-либо вопросы или комментарии насчет пресвитерианской формы руководства церковью? Хорошо, спасибо. Тогда мы переходим к третьей форме руководства церковью. Внизу 54-й страницы вы видите, что эта форма описана, и в самом низу 54-й страницы и далее на 55-й странице вы можете прочитать аргументацию, которая используется для поддержки такой формы руководства. Вы знаете, что Свободная Евангельская Церковь традиционно имела именно такую конгрегационную форму руководства. И на самом деле, вплоть до последнего обновления вероучения Свободных Евангельских Церквей, которого придерживается и семинария Тринити, вероучение включало в себя конгрегационализм. Однако, к некоторому удивлению многих из нас, в последней версии вероучения уже ничего не говорится о конгрегационализме, что, конечно же, вызвало определенные вопросы. И в течение последних полутора лет наш департмент занимался подыскиванием преподавателей. И вот как минимум один кандидат, которым мы заинтересовались, особо подчеркнул, что он не придерживается конгрегационалистской модели церковного руководства. Он сказал, что он придерживается именно такого подхода в экклезиологии. Он не был антиконгрегационалистом, он не собирался в крестовый поход против этой формы. И в тот момент мы посмотрели на последнюю версию нашего вероучения и заметили, что там нет упоминания о конгрегационализме. И я обратился к декану и спросил, значит ли это, что теперь, с этих пор, Свободная Евангельская Церковь не против того, чтобы взять преподавателя, который не придерживается конгрегационалистских подходов. И он не был уверен, как ответить на этот вопрос. И потом этот вопрос был прояснен, когда в кампусе семинарии проходил совет служителей Свободных Евангельских Церквей, здесь был президент, и наш декан обратился к нему с этим вопросом. И ответ был в целом таков, что мы до сих пор в основном придерживаемся конгрегационной модели церковного руководства в нашей деноминации. Но деноминация решила убрать это утверждение из нашего вероучения, поэтому, да, будет возможно принять какого-то преподавателя, который придерживается другой формы руководства. Деноминация в целом придерживается конгрегационализма, и они предпочли бы, чтобы не нанимали преподавателей, которые ярые сторонники других форм руководства. Но вообще нанимаемый преподаватель не обязан придерживаться конгрегационализма. Я думаю, что много зависит от того, в какой традиции вы выросли с детства. То, к чему вы привыкли, влияет на то, как вы воспринимаете действительность и на то, какая форма, по-вашему, должна быть в вашей церкви. Вопросы, комментарии, пожалуйста. У меня есть вопрос насчет сразу всех форм.
Я слышал аргументацию, где говорится о том, как каждая из этих форм получила свое историческое развитие. И при этом проводятся связи и параллели с политической государственной системой того времени. Как вы смотрите на это? Считаете ли вы, что государственная система влияет на формирование системы руководства церкви? Или это просто совпадение? В лионизме нужно принимать или избегать, или как-то корректировать? Я думаю, что влияние исторических факторов на формирование форм руководства в церкви представляет определенный интерес. Но я не нахожу в Писании, где бы указывалась связь между государственной системой, экономической системой и какой-то из форм руководства в церкви, которые мы с вами обсуждали. Я думаю, что этот факт связан с тем, что я собираюсь сказать до того, как мы закончим обсуждение этой темы. А именно, вот о чем я хочу поговорить. То, что происходит в той или другой стране, довольно часто связано с той формой руководства, которая существует в этой стране. Например, как я думаю, много людей в Соединенных Штатах предпочитают конгрегационализм, потому что им удобна эта система, потому что мы живем в стране, в которой есть много свобод, много прав у людей, право голосовать, право делать многое другое. Так что возможность и право голосовать и участвовать в других демократических процедурах – это часть нашей культуры. Так что похоже, что для многих граждан нашей страны это скорее подходит к конгрегационной форме руководства, чем к епископальной форме руководства. Форма руководства в стране не сильно отличается и от пресвитерианской модели, потому что когда мы избираем конгрессменов, сенаторов и президента, мы избираем их как наших представителей. Так что можно было бы сказать, вы, наверное, будете себя неплохо чувствовать и в пресвитерианской модели церковного руководства. Я также вижу, что христиане, которые жили в странах, где была в основном авторитарная система руководства, в странах, где у людей мало свобод, скорее всего, в таких странах им будет привычна такая ситуация, так что если у них будет епископальная форма руководства в церкви, то их это не сильно будет волновать. Они не будут чувствовать угнетения в такой форме руководства церковью. Так что я понимаю, что можно проводить такие связи и такие параллели, но я, скорее всего, склонен воспринимать все это как интересные культурные, социальные особенности. Конечно же, они ничего не говорят о том, какая форма церковного руководства является правильной, и Писание не привязывает форму церковного руководства к особенностям той или другой страны или структуры. Это совсем не встречается в Писании. Так что, если кто-то захочет построить такую аргументацию, то ему придется делать большие натяжки. Ему придется заходить дальше, чем это позволяет Писание. Это был хороший вопрос, пожалуйста. Вы упомянули, что свободные евангельские церкви ушли от прямого упоминания необходимости конгрегациональной модели руководства. Как конкретная поместная церковь может решить осуществить в рамках своей церкви пресвитерианскую или епископальную форму церковного руководства? Как в рамках одной ассоциации можно осуществить две разные формы руководства, причем когда одна из них более авторитарная? Ведь над такой церковью не будет вышестоящего епископа, что в такой церкви просто передадут право голосования старейшинам или совету. Как это вообще может работать? Я думаю, что это замечательный вопрос, и я думаю, что то, что вы предположили в конце вашего вопроса, именно так это может работать. Они могут решить практиковать у себя епископальную или пресвитерианскую форму руководства над церковью, но это не значит, что они подпадут под руководство структуры выше их церкви. Они могут просто осуществить у себя структуру пресвитерианской или епископальной структуры церковного руководства, и все это в пределах поместной церкви.
Я думаю, что это будет довольно сложно в наши дни найти свободную евангельскую церковь, которая не применяется конгрегационалистская модель. Но теперь, в связи с этими изменениями, также в бизнесе, мы, возможно, увидим новые церкви, в которых применяются другие формы церковного руководства. Когда они будут писать устав своей церкви, они могут с самого начала указать, что они будут практиковать пресвитерианскую форму церковного руководства. Я думаю, что ваш вопрос поднимает важную тему. И вот он в чем состоит. Я думаю, что вам нужно спросить самого себя. Вот вы видели разные формы церковного руководства. Значит ли это, что будет легко пойти найти такие чистые, идеальные формы церковного руководства той или другой структуры? Иными словами, в церкви с епископальной формой церковного руководства не будет абсолютно ничего, что будет напоминать элементы пресвитерианской формы церковного руководства и наоборот. Я подозреваю, что во многих церквах практикуется как бы смесь различных форм церковного руководства. И, конечно же, здесь возникает вопрос, это приемлемо или неприемлемо. Но если на самом деле церкви применяют и смешивают различные формы церковного руководства, тогда я думаю, что какая-нибудь свободная евангельская церковь, которая захочет быть под руководством старейшин, не станет громко и активно утверждать, что именно их форма церковного руководства является единственно правильной формой конгрегационализма. Я думаю, что они, скорее всего, скажут, «Вы знаете, от нас не требуется, чтобы мы полностью и четко соответствовали модели конгрегационализма, и мы так и не делаем. Мы просто добавили некоторые формы пресвитерианской или епископальной модели и думаем, что для нас это приемлемо». Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.